наконец настал тот час, когда я здесь и когда вижу. Мы снова видим вас. А вы нас. Итак, друзья, телекомпания «Межгалактическая песня 21» снова в эфире. В эфире Михаил Новинский и наш видеооператор и звуковидеорежиссер Елена Пичук. Мы вас приветствуем. Кто присоединяется, пишите комментарии в чатике. У нас тут немного с задержкой, поэтому да? Мы не сразу видим. Хорошо. Сразу сигнализируйте, пожалуйста, нас. Видите, нас не видите, как связь и вообще, как-то так, заявляйте о себе. Лариса Павлова, вижу. Святослав. Так, еще раз привет. Лариса Павлова еще привет. Раз привет пишет. Валик. Святислава Маклакова, с праздником вас Святислава, всех. С праздником, да, спасибо. Взаимно. Игорь взаимно. Фомин. Ура, ура, Фомин. Андрей Ермолов. Добрый вечер всем, сказал Ермолов. Значит, он пошел. Во всем, друзья, уже сказал. Пошел. Да, эфир пошел. Как сами... О, как... Елена как шар. Как шар зарисовалась. Да. Привет, Еночка, привет. Вот. Ну что ж, мы вас всех радостно поздравляем с Днем космонавтики. Как бы там ни было, действительно, был этот день в 61-м году. Меня еще не было на свете. И многих из вас еще не было на свете. Да-да, привет, сказал Серега. Привет, с праздником. И многих из вас еще не было на свете. Когда парень Юра... был заброшен на орбиту. Поехали, конечно. Ирина. Был заброшен на орбиту. И первый человек в космос пролетел. Полетел в космос. Правда, это был не первый космонавт, друзья. За год до него слетали два других космонавта. Это были наши братья. Белка и... Ну, сестры. Сестры были. Это были Белка и Стрелка. Вот. Сами понимаете, кто это были такие. И они благополучно вернулись. Мало того, через три месяца Стрелка, по-моему, да, родила. Я не помню, Белка или Стрелка. Из них... Одна из этих собачек, да, принесла потомство, шесть щенков. И, значит, сынок по имени Пушок был заброшен, подарен президенту, или дочери президента США. Соединенных Штатов, да. Вот такая история. Игорь Фомин пишет ВКонтакте, звук нормальный и видео отлично идет. Спасибо. Мы очень рады. Спасибо, Игорь. Игорь Конек поделился трансляцией. Пожалуйста, кто может, тоже поделитесь. Да. Обязательно. Нам это будет приятно. Поделитесь, чтобы наш... Святислава Маклакова поделилась трансляцией. Андрей Ермолов пишет, точно, с Днем космонавтики. Ирина, весна, музыка, не только с Днем космонавтики, но и с вербным воскресеньем. Да, кто отмечает, да, пожалуйста. И с вербным воскресеньем. Ну почему бы нет, вербное воскресенье. Да. Верба, весна, хорошо. Верба, воскресенье. Общем... Лариса Павлова пишет, первые собачки погибли, а Белка и Стрелка вернулись. Ну... Виктор Медведев, с праздником. Святислава Маклакова пишет, американцы обезьян отправляли, но они там умерли все. Вот как здорово. Видите, да. Как мы... Анна Шушпанова поделилась трансляцией. Игорь Фомин поделился с трансляцией. Молодцы какие. Виктор Медведев поделился трансляцией. Мы вас любим. Спасибо. Спасибо, дорогие. Спасибо. Приятно. Трогательно осознавать, что мы не просто там разонырылись, год крысы зарылись по своим нормам, но мы как бы все-таки вырываем своих норок, друг друга видим, общаемся, понимаем, что мы есть, что мы не умерли, что мы вместе продолжаем на своем замечательном спутнике звезды по имени Солнце, в этом спутнике по имени Земля, мы вращаемся все-таки
продолжаем свой полет. Ну, кто покидает, конечно, потихоньку наш спутник, кто сходит с орбиты, кто-то новый появляется, мы ему очень рады, поздравляем его с тем, что и его родители с тем, что, они, что он появился и продолжает наш полет. Ольга Заславская в Фейсбуке пишет: день космонавтики и вербное воскресенье в один день, високосный год. Мало того, друзья, сегодня день памяти, дай бог памяти, Аркадия Сернова, или Звездина его фамилия была, да, так официальная, вот. Звездин. Я тоже сам несколько раз его Звездинским называл, Звездин. Но если чего, вы на самом деле поправляете, потому что отсюда с экрана не идет вам инстанция там, истина в первой инстанции. Мы общаемся, да? Если я что-то не так сказал, или вам показалось, что я так не так сказал, пожалуйста, поправляйте вот это. И знания у нас не энциклопедические, но мы постоянно учимся. Спасибо вам за поправки какие-то. Да, но мы вам очень рады. Вот, я думаю, что пора заканчивать. Виталий Михайлов пишет: привет, дорогой, дай бог, чтобы беда тебя и твоих дорогих обошла стороной. Чтобы у нас всех беда обошла стороной. Да. И, знаете, я, наверное, начну выполнять заказы потихоньку. Лен, ты так хорошо тыкала, когда мне было видно, кто там чего. Да, ну я тут читаю, потому что мне тыкать-то тоже все время. Хорошо. Значит, вот, сейчас пожалуйста. Будет исполнено первое. Андрей, сегодня для меня шоком было видео, где якобы дочь Гагарина раскрывает тайну, что Юра в космос не летал. Не знаю, не то, что в космос не летал. Там был нюанс такой, что он не приземлился на... Он не приземлился на космическом корабле. Вот насколько я знаю, что ну, тут я как бы общался некоторое время с Георгием Гречко. Мы с ним аж целых 3 раза встречались по жизни. Последний раз виделись в ЗАГСе, когда я Лену в ЗАГС водил. Да, когда? Было дело. Это было 1 апреля. 1 апреля. Вот. Ну, неважно. Уже разговорился. То есть там боялся наш Королёв, что космический корабль может запаяться как-то. Потому что очень высокая температура. Восток, да, он назывался. Если память не изменяет. Что при высокой температуре, при снижении корабль... может как-то запаяться, он может то ли свариться, то ли еще что-нибудь. И поэтому просто приземлялся он не в корабле, собственно говоря, а как-то вроде как катапультировался. Но все равно это ему зачли. Ему много чего зачли. И если вы помните, друзья, что жил после этого своего приземления наш герой всего 7 лет. Через 7 лет он был парень простой, техникум что-то такое закончил, как-то так вот. Ну, простенький. Его улыбчивое, да, приятное, обаятельное лицо есть, ну, как сказать, наверное, есть мнение, что Гагарин жив, пишет Вячеслав Алексеев. Вот. Грустно то, что он действительно 7 лет всего пробыл на белом свете. Но есть и мнение такое, что он не просто так умер. Когда стали его возить по белу свету, он стал почетным человеком Земли, он почему-то решил, парень простой, стал говорить о каких-то проблемах режима, то все. И, очевидно, кое-кому не понравилось. И сделали так, что он типа при испытаниях погиб. Это в Фейсбуке Ольга Заславская, Сергей Пинчук смотрят с нами. Слава Егора. Слава Егоров пишет: рады видеть звук, окей. Мы очень рады, Слава, что наконец у нас звук более-менее сложился. Ольга Заславская, да, это уже она писала, я видела. У нас просто с задержкой чуть-чуть идет. Но мы рады, что всем все видно и слышно. Пора, потому что мы еще поговорим, песни. И если у вас есть какие-то интересные сведения, вот, не знаю, пускай будут версии, мнения, выкладывайте это вот прямо в беседе. Алена Крамова, привет, Алена. Серега, привет, естественно, дополнительно.
выкладывайте ссылки, мы пообщаемся, на то мы делитесь трансляцией с друзьями. А я попытаюсь, мы потом вернемся еще к этой теме, как он летал, но как поехали, грубо говоря. Где бумага? Которая? Какая песня сейчас? А, «Звездные братья». А где бумага? У меня лежит бумага. А, кто заказал? Да, «Звездные братья», Игорь Конек и Инна Ильина заказывали. Но песня немножко видоизменилась, потому что, когда я ее писал, мне было что-то совсем... Можешь сюда положить, чтобы я видела как-то? Следующий снегопад еще. Окей. Братья к звездам улетают, честно вызубрив устав. Кто компартии Китая, кто компартии Христа. Счастлив буду, даст Бог, с вами я сольюсь. Мой несчастный брат Иуда, мой счастливый брат Иисус. Я мыслил в первый треть, с кем-то дрался во второй, но в третий эти песни взмыли. Планету точно средства взяли ушлые умы у родителей в наследство, у детей своих взаймы. Зубрив устав, кто компартии Китая.
Спасибо, друзья. Еще раз с днем космонавтики нас всех. И, конечно, надо сказать несколько слов о Николае Королеве, да? Сейчас я вдруг запутался. Вот. Я мог запутаться. Почему я вдруг решил Николаем? Ты Николя хотел, потому что... А, про Николя, Николя в Ране. Ване. Поэтому ты запутался. Ване. Так, все. Сергей Павлович Королев. Да, Сергей Павлович, умник такой, сказал. Конечно, спасибо. Сергей Павлович Королев. Значит, этого парня нашли опричники того режима, который был тогда. Нашли его в тюряге. Он был зэком. В общем, тут классы ставят. Зэком был с поломанной челюсти. Вот, с дефицитом веса. В общем, доходяга. Вот. Как-то так вот. Опричники, которые устроили из нашей тогдашней империи ГУЛАГ, вдруг решили, что надо лететь в космос. И поняли, что многих ученых они перебили, уничтожили интеллигенцию. И вот нашли Сергея Павловича Королева в тюрьме. За что сделал, не помню. Но должен сказать, что он тоже прожил после того, как... Так, подожди, за растрату имущества, кто пишет? Маклакова. Королева, это Святослава Маклакова пишет. Святослава пишет, да. Королева тогда арестовали якобы за растрату имущества. Вот, да. Вот. Представляете, какая-то скотина, представляете, какую-то, надо просто представить скотину, которая там бьет в тюрьме и бьет ученого. Ломает ему челюсть. И эти, кстати, скоты и сегодня существуют. Они продлили свой генетический код, да, и сейчас вот они сидят реально там, в системе ФСИН, пытают политзаключенных. Да, вот они решают, что им можно, их кто-то, что, может, даже в церковь ходят, знаете, борются. Вот. И считают, что да, у них работа такая, мучить, пытать, убивать других людей. Так вот, из этих клещей было как-то удалось вырваться Сергею Павловичу. И вот так вот мы стали космической державой. Сейчас, конечно, мы все продули. Сейчас мы находимся в такой, не в полушарии, а в двух полушариях. Таких двух полушариях, потому что Илон Маск уже добился того, что какие-то ступени уже вообще возвращаются на взлетную полосу с точностью до метра на платформу в море. Да? И вроде как бы то, что на него наступила крыса, которая метила на его место. Вот. Хорошо бы этих крыс озвучить. Махов пишет, что Мохаммед Авлетов пишет, что... главное из этих. Из этих. Ну, я к тому, собственно, и того, и клоню, что почему-то вот так, да. Эти главные, кстати, бывают тупые. Вы видели аттестат главного? Одни тройки. Физика 3, химия 3. Вот. И при этом оно пытается руководить. Так, а у нас Егоров-то вышел, нет? Слава Егоров, да, в Фейсбуке смотрит, пишет, что звук отличный, рады видеть и слышать, звук окей. Угу. И давай мы по заявке Славы тогда исполним песню. Давай, значит, предыдущая была заявка по... По заявке Ивана Чехлоевского и Инны Ильиной. Да? А Конек ни разу не спрашивал «Звезды братья»? Конек. А, нет, подожди, да, «Звезды братья». Да, Игорь Конек тоже спрашивал. А он там? Да, Игорь Конек, он поделился нашей трансляцией, ну да, точно, он, да, молодец. Большой. Запамятовал я, хорошо, сейчас. Да, а сейчас у нас песня будет «Снегопадище» по заявке Славы Егорова и всей его семьи прекрасной. С пожеланиями им здоровья. Да, если «Звезды братья» была древнейшая песня, которую я вам вспомнил, то «Снегопадище» достаточно свежее, которое еще не успел выучить.
Запирайте от метели стужи, запирайте окна мели тужи. Снегопад, снегопад. Ничего вообще. Убегайте от метели стужи, запирайте окна. Ни хорошего, ни плохого. Жизнь качнется, начнется снова. Снегопад. Убегайте от метели стужи, запирайте окна. Уже близкие души, как свечи поют. Салют, нежный зал, днем тоска и уют. Птицы ресница коснулась лица, в теплицу темница стремится пыльца. Ночлега такого не мыслил иной, иной, и в пустыне льняной посевной. С юга не скоро поверьют ветра, перезима воде бы хотя до утра. Спеты, ответы, что лето лихи, стихи отливаются в бронзе грехи. Засыпаны банки, проценты, счета. Когда вернусь, метели, вода, красота. Снегопад, нище, не видать ничего вообще, даже самых простых вещей, ничего вообще. Убегайте от метели стужи, забирайте ни хорошего, ни плохого, жизнь качнется, начнется снова. Снегопад, нище. Убегайте от метели стужи, запирайте окна, двери тужи. Быть от утюжина схема проста. Черта, перешагивай, и ни черта. Не беспокойся, что скажет твой век. Эх, сыплет и крутит, и плачет. Как снегопад, снегопад. Нище, не видать ничего вообще. Да ничего вообще, ничего вообще. Убегайте от метели стужи, запирайте. Ни хорошего, ни плохого. Жизнь качнется, начнется снова. В снегопад. Ищи. Убегайте от метели стужи, запирайте окна, двери тужи. Убегайте от метели стужи, запирайте окна, двери тужи. Ермолов пишет, в Чебоксаре зима вернулась. Это всегда, как запоешь эту песню. Так, я вчера репетировал, так у нас снег тоже пошел. Андрей, так, такие дела. Это была заявка Егорова. Славы Егорова. Славы Егорова. И всей его семьи. Всей его семьи, да. Дальше Потеряйха у нас. А Потеряйха это... Да, а Потеряйха это был заказ... Танечки Шашковой. Она в эфире? Она в эфире, да, в Фейсбуке нас смотрит. Танечка, пиши, как видно, слышно. Вот. Вот. Эдуард Зименко присоединился к нам. Это Мариуполь, насколько я понимаю. Угу. Сережа Пинчук. Слава Егорову, все отлично пишет. Угу. Спасибо. Ну ладно. Давай приступим к выполнению следующей заявки. Таня Шашкова заждалась, наверное, уже. По инерции из прошлых. Чуть-чуть. Я начал песню про эту самую Деда Мороза, честно говоря. А чего это? По инерции из прошлых. Может, надо ее спеть? Не уверен. Она тебе пришла в голову. А как начинается эта песня? По тропинкам интернета. По тропинкам интернета
через много-много лет. Я вернулся в город этот. Что ж, спасибо, интернет. Я вестей уже не чаял. Поросли бельем года. Ты такая молодая, там осталась навсегда. Потеряй хитнадался 30 лет тому назад. Я решил не оставаться. Я уехал в Ленинград. И 17, 18. Жизнь казалась так проста. Все могло бы вновь начаться. На нечистого листа. Не покинь тогда удела, где крошился H2O. Из всего, что в жизни сделал, я бы не сделал ничего. Мне не 20 и не 30, но я слышу голос твой. Ты бы мог собой гордиться, тот мальчишка, что был вновь. Потеряя на танце 30 лет тому назад, я решил не оставаться. Я уехал в Ленинград. Потеряя на танце, все решил последний взгляд. Я за миг стал иностранцем. Я уехал в Ленинград. Выбирали или-или. Выбирали или-или. Был никто нам не указ. И судьбу шутя краили, как одеждой на заказ. Не пойти тогда на танцы или на танцы, но включи. И простить, и догадаться. Мама, мама, не кричи. Потеряй на танце 30 лет тому назад. Я решил не оставаться. Я уехал в Ленинград. Потеряй на танце. Все решил последний взгляд. Я за миг стал иностранцем. Я уехал в Ленинград. Я уехал в Ленинград. Я уехал. Ну, как получилось, да? Спасибо. Благодарим вас, Михаил. Вот, знаете, что показывают, да, ну, когда это самое, разговор прошел. Так, что у нас там дальше? Кто чего написал? Классно придумано с выводом на экраны сообщений. Угу. А у них тоже сообщения видны на экране? О, да, конечно, видны, но только те, что я показываю. Так. Это не мы придумали, но Лена освоила технологию. Да, мы еще разбираемся, Михаил и Елена. Спасибо от меня и Ольги за отличные песни и хороший звук. Слава Егоров пишет. Да. Ну, тут вот когда аплодисменты, всякие смайлики, они не всегда отображаются в сообщениях. Угу. Поэтому я их и пропускаю иногда, не обижайтесь.
Вот. Татьяна Шашкова пишет: спасибо. Да, Танечка, мы очень рады. Пиши нам заявки на следующие эфиры. А сейчас мы выполним песню, которую все давно очень просили. Да? Да. Это дорожная песня. Да. Дежурная. Дежурная. Дорожная по-другому называется. Ее заказывали Игорь Фомин. Кстати, есть он, Игорь Фомин? Он заказывал ее уже не первый раз. Иван Чехлаевский и Андрей Ермолов сейчас спрашивал, будет ли дежурный. А если мне дадут водички, я вообще точно спою. Да. Дай мне напиться железнодорожной воду. Вот так. Воду. Дорожная. Андрей Ермолов видны, пишет. Угу. Видны, хорошо. Хорошо тогда. Тогда не можешь даже не зачитывать. Лен, я напился. Давай. У нас тут congratulations какой-то. 100 сообщений сегодня пришло, значит, хорошо. Вот, Махамбет Аулетов пишет. Москва, Аркалык. Чакса. Москва. А что, существует такая песня, этот самый? Ну, песни, слова у тебя такие. Вячеслав Алексеев, дорожная. Все дорожную ждут, все ее любят. Осталось мне ее вспомнить. Хитрый багаж уходит до боли, знакомый пейзаж. Полынь, трава молочачая, сытые сплетнями и колбасой, ночным сериалом, душою босой. Прощай, прощай, город, прощай. Здесь свадьбы, поминки, решение суда, мужья импотенты, бьют жонка всегда. Зачем? Зачем? Черт меня приносил. Уплыли деревья и старый вокзал. Пытаюсь припомнить, о чем не сказал. И дом, и дом, о чем не спросил. Учителька врез, и вспомнилось, как первый раз произнес: люблю, люблю, сказал ей люблю. Она раздобрела морщинки у глаз, но некий огонь в них горит и сейчас. Хоть я тот огонь и ловлю. Я ей благодарен за каждый урок, был впрок каждый жест, каждый взгляд, каждый слог. Она мне теперь как сестра. А поезд мчится меж сосен и гор, и там будут дымиться хлеший топор. И мне не уснуть до утра. Паром леющий глаз, начало романа или просто рассказ. Финал неизвестен давно. Вот бляха мелькнула, возник проводник, умелый читатель потрепанных книг. А я отвернулся в окно. Thank you.
вся эта дорога, свободный полет. На сотни комет мое сердце взорвет. Они, они полетят кто куда. Где Волга, Киров, Москва, Арколык, где Санкт-Петербург, будет трижды велик, где Псков, где Псков и где Караганда. Жмеринка, Сумы, Уфа, Вашингтон, город Ростов, речка Бух, речка Дон, Дунай, Дунай, река Сырдарья. Пальмы и березы, Урюк, Лебеда, я еду отсюда, чтоб ехать сюда, 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 где любовь и друзья. Дежурный! Наши. Я про Арколык спел? Да, ну, да. Конечно. Караганда. Маха пишет Караганда. Валентина Гиндлер присоединилась к нам на Фейсбуке. Валя, привет. Привет, Валя. Игорю привет еще больше, чем... чем, чем привет. Да, чем привет. Больше, чем привет. Это больше, чем привет. Надеюсь, что... Сергей Крымов, поехали. Поехали. Он сказал, поехали. Ой. Это кто-то писал российский рок. Российский рок, у нас заказ есть, да. Еще с прошлого раза у нас Инна Ильина его заказывает уже третий раз, мы все никак не исполним. Да? Да. А я никак спеть не могу. Да. Так что сейчас будет песня «Российский рок» по заказу Инны Ильиной. Простой, где W-педаль у вас бочки, типа. Мил дружок, ты его не вини, он достойно прожил свои дни и успел даже больше, чем мог. Русский рок, русский рок, русский рок. Российский рок! Все вместе! Российский рок! Российский рок! Российский рок! Мы родились в чекистской стране, глухоте, немоте и вранье. Сквозь колючку протек ручеек. Русский рок, русский рок, русский рок. Российский рок! Жил, чем жил, кочегарил, вахтил, сторожил, научился писать между строк. Русский рок, русский рок, русский рок. По Афгану прошел, по Чечне. Не стреляй, он хрипел на войне. Пережил и психушку, и плен, и все ждал, очень ждал перемен, ждал перемен.
рухнули стены зла. И рок-н-ролл вышел из подвалов. Получил студии хорошие. Классные записи. Ему дали собирать стадионы. Фестиваль там, нашествия всякие, происшествия. Но ему объяснили, что можно петь, а что нельзя. Он сориентировался, стал белым и пушистым. Теперь он знает, что надо петь, когда и где. Он выучил команду ноге. Погляди, главный рокер страны приспустил пред начальством штаны и уныло глядит в потолок. Русский рок, русский рок, русский рок, российский рок! Шел я лесом, увидел детей. Две гитары, квадрат без затей. Старый бас, мятый хэт, костерок. Я врубился, что жив русский рок. Российский рок! Российский рок! Вижу хорошие подпевки. Юра, поехали. Инопланетяне, понаехали. Благодарим вас, Михаил. Это была заявка Инелли Ной. Она тут нам очень хорошо подпевала вместе с Сергеем Крымовым. Слушай, я боюсь одну вещь сказать. Я боюсь одну вещь не сказать. Вот что я боюсь. Дело в том, что буквально, поскольку мы и... Спасибо, Валя. Да, спасибо. Валя поздравляет. Валентина Гиндлер. Это организатор крутых фестивалей, который ни один из них не похож на другой. Валентина Гиндлер всех поздравляет с Днем космонавтики. Я понимаю, что это посмотрят и... Все видят, все смотрят. Кто? Маха пишет, по-настоящему принципиальных осталось, на мой взгляд, трое. Миша Барзыкин, Боря Яковлев и, конечно, Михаил Новицкий. Спасибо, Маха. Я мог бы об этом поговорить. Ну, не совсем, есть еще принципиальные люди, конечно. Есть еще парни. Но я мог бы об этом говорить, но не в этой, может быть, программе. Это надо было специально об этом поговорить как-то. Я хотел бы сейчас о другом. Дело в том, что буквально на днях, позавчера, и мы нарыли в интернете и посмотрели обалденный фильм, вот, в котором говорится, что это 420 миллионов птиц погибли за последние 30 лет. Представляете, это если взять так с людьми сопоставить, это мощная страна погибла. Целая страна погибла. И вот мы фильм Николя Ванье. Фамилия у него такая. Он француз, зовут его Николя. А фамилия Ванье такой, Ванька. Ванье. Запомните? Николя. Фильм называется, вот я не помню. Расправь крылья. Ребята, я очень рекомендую всем посмотреть. То есть мы-то сами снимаем кино и понимаем, как это сложно делается. Но как сделан этот фильм, это что-то особенное. Я советую посмотреть и специалистам, и не специалистам. Я думаю, что у вас там дрогнет сердечко, потому что на самом деле это фильм, не поймешь, то ли он документальный, то ли это не там, где папье-маше работает, а там Ренат Муталапов. Привет, Ренат. А там, где действительно вот яйца, вылупляются птенцы,
реальные. И актеры не просто подставные, это они участвуют вот в этом действии. Вот. И они действительно, Святослава, старая арсенская поговорка. Они Ты так не закончишь свою фразу. То есть на самом деле обалденный фильм. Ребята, я посмотрите, просто... мы всем очень рекомендуем. Очень рекомендуем. Это и так сделано с любовью, и так красиво. Пока вы дома, запомнили, да? Николя Ванье. Ванье, расправь крылья. Расправь крылья. У нас у Миши на страничке ВКонтакте есть ссылочка. Можно посмотреть. И в нашей группе «Я музей». Михаил, тем более в День космонавтики. Расправь крылья в День космонавтики, друзья. Так. Там что-то умное проскочило к этой мысли. Я так и не понял, о чем шла речь. Игорь Фомин пишет. Посмотрите документальный фильм «Дом». Да, советую. Да, да, очень хороший фильм тоже. Речь там шла о том, что Святослава Маклакова написала поговорка «Незваный гость хуже татарина». У нас звучит так. «Незваный гость хуже Гагарина». Вот Амаха ей пишет. Нет, он ей отвечал что-то. Святослава, старая марсианская поговорка. Понятно. Он ей ответил. Потом, да, чтобы быть этими политкорректными, было сказано, что эту поговорку переиначить. То есть незваный гость лучше татарина. Да, мне так больше нравится. Да. Так, а знаешь, что сейчас будет? Догадайся. Сейчас будет космическая песня. Мне от нее делаться невозможно будет, но придется ее повторить. Это я про 420 миллионов. Махамбет пишет, что три России. А, он пишет, Махамбет писал, что три России. Это 420 миллионов, это три России. Ну, это про птиц, да. Ну, еще на самом деле... Я написал на эту же тему целый сценарий, называется «Начало и конец начал». Но даже близко... Да, можете, кстати, в интернете набрать «Михаил Новицкий. Начало и конец начал». И найдете, почитайте интернет-версию этой книги. Нам во время коронавируса есть о чем призадуматься. Да. Можно еще водички? И это самое. Ваше здоровье, друзья! Пьем чистую воду, железнодорожную. Итак, песня космическая сейчас будет. Ее в прошлом году, то есть в прошлый раз я ее исполнял? Я тут вылезла, что ли? Да, ты ее исполнял, но не в прошлый, а, по-моему, в позапрошлый раз исполнял. Но ее продолжают нам заказывать. Ты имеешь в виду Маргариту, да? Да. Песня Воланда, да, это космическая очень песня. И Юлия Иглобрюк ее заказала. Да, Юля. Она сейчас здесь? Вот, честно говоря, не могу сказать. Возможно. Тут мне не все видно, кто присутствует, если не написан комментарий. Поэтому, пожалуйста, давай сделаем так. Пишите комментарии, классы ставьте, чтобы мы видели, что вы присутствуете. Да, давай сейчас попросим Юлю объявиться, если она есть. Если она есть, есть. А там мы эту песню Воланда исполним. Юлия Иглобрюх. Да. Вот. А если нет, то напиши пойдем... что-нибудь. Я здесь напиши. Да. Следующий ты лучше всех. А, хорошо. Песня дурная. Песню ты лучше всех у нас заказал Антонио Люкшин. И тоже непонятно, есть ли нет. Да. Ну мы. О, Маргариту Сергей Климов пишет. Давай Маргариту. Вот так вот. Андрей Ермолов. Ладно. Пил эту чистую воду. Ну ладно, Маргарита. Сергей Крымов, давай Миша Маргариту. Михаил. Виктор Медведев. Михаил, конечно, лучше татарина. Были, но побрось, Маргарита.
говорите. В этом космосе нас двое, и цена секунде вечность поменяю и не скрою. Плюс на минус бесконечность. Эти страны, эти люди промелькнули и забыто. Все, что было, все, что будет, называю Маргаритой, Маргарита. Если нужен мастер, так и быть, Маргарита, я его сумею сочинить. Маргарита, хочешь, напишу этот роман, но ты же знаешь. Забыто все, что было, все, что будет, называю Маргаритой, Маргарита. Через года к тебе иду. Маргарита! Через век в 12:45. Маргарита! Маргарита! Буду ждать! На секунде вечность поменяю и не скрою. Плюс на минус бесконечность. Эти страны, эти люди промелькнули и забыто. Все, что было, все, что будет, называю Маргаритой. А там в космосе нас двое, и цена секунде вечность поменяю над Москвою, над Невою человечность. Эти страны, эти люди промелькнули и забыто. Все, что было, все, что будет, называю Маргаритой, Маргарита. Thank you.
Юлия Иглобрюх объявилась и пишет: спасибо, моя любимая песня. А я заметил, Святослава Маклакова пишет: Юлия, моя тоже. Я также заметил, что Валентина мне подарила цветочку. Да, Валентина розочку прислала. Да, Сергей Крымов пишет: на мой вкус лучшая песня Миши, ну или одна из. Спасибо, спасибо. Спасибо. Настоящие Маргариты, они чего стоят? Ну и мужья Маргариты тоже. Что там у нас там вообще? Я поняла. Все, поняла. Да, следующая песня будет сумасшедшая. Да, спасибо вам за эти заказы, потому что на самом деле вот так. Браво, спасибо, Фетислава. Спасибо за браво и вам браво. Потому что на самом деле вот так вот глядишь, мы бы поуныли, потому что каждый день у нас какие-то концерты, какие-то платные концерты, какие-то бесплатные, какие-то... И туда тебя хотят, и сюда хотят, и к престарелым, и к детям, и крутым, за хорошие это самое, гонорары. Так вот жизнь проходит. Каждый день какие-то концерты. А сейчас как бы концертов нету. И вот благодаря вашим заказам, мало того, что приходится как-то мобилизовать себя, не болеть, петь, а еще и вспоминать то, чего черта с два еще вспомнишь. Таким образом я вспомнил там вот и «Звездные братья», и тоже там «Чемух да сирень», благодаря вашей памяти. Да, сегодня еще, наверное, одна песня будет. Какая? Из древних. И какая? По заказу Александра Ланового. Если ты ее вспомнишь. Лановой, ты здесь? Попозже. Александр Лановой, отзовись, если ты ждешь свой заказ. Да, если он здесь, то так, и, значит, сейчас у нас песня по заказу Антонио Люкшина. Антонио, ставь знаки, оставляй. Песня называется «Ты лучше всех». Песня – это рецепт. Понимаете, на самом деле, иногда нам, мужчинам, нужно... Махамбет пишет, что есть подозрение, что мой заказ на Facebook остался в одном из прошлых анонсов. Маха, напомни, пожалуйста, что... Напомни, пожалуйста, может он и есть у нас в списке, просто может мы еще не спели его. Или ты, наверное, заказал штуки 4 сразу. Может быть такое. Да? Маха, напиши, что напиши, ты хочешь, что может было... споем. Может быть, да, сделаем. Вот. Так, и песня, скажем, рекомендация. Какая рекомендация? Понимаете, время от времени, да не время от времени, своим, мало того, что пообещал девушку в ЗАГС сводить, и надо это сделать, что я в свое время сделал, даже 1 апреля. И вы помните, я начал в передаче рассказ, как мы встретили Гречка в этом самом... Да, в ЗАГСе мы встретили, да, космонавта. Я обещал Лене, что я свожу ее в ЗАГС. Но она восприняла это, конечно, и сказала, что в ЗАГС 1 апреля. Это был выходной, не помню вообще, даже вообще выходной. Ну, я не помню, но ЗАГСовские это работали работники. Да. И мы пошли. Вот. Я сводил ее в законодательное собрание, то есть в ЗАГС. И это мне устроил Максим Резник. Я с трибуны толкнул речь. Лена слышала. Так? Да, да. А когда мы вышли из этого законодательного собрания, мы встретили, я в последний раз в своей жизни встретил Георгия Гречко. Помнишь? Да. Вот. Мы с ним поздоровались. Он сначала напрягся, где он меня видел, а потом вспомнил, где он меня видел. Вот. Ну, последний раз фотографируюсь, фотографии это и есть. Почему я об этом думал? Ну, у нас с Днем космонавтики как-то связано. Хороший дядька такой был. Мы с ним и соревновались мы с ним там на ориентировании, как называется. Он, правда, был в младшей группе, у него был бэк-вокал. Маха, мы будем ждать, чтобы ты нам подпевал. Да. Я не понимаю, что он, Маха, какую имеет песню в виду? Ну, я не знаю, может, он сейчас напишет. Маха, ну, они просто с запозданием немного видят то, что мы говорим. Хорошо. Давай там мы споем эту песню. Ты лучше всех. Песню-рекомендацию, да. Да. Ты лучше всех. Мало того, да, нужно каждый день своей девушке, своей... даме, грубо говоря. Вот он пишет, Махамбет пишет, а что если служитель мус? Буду, да, и буду оригинальным и попрошу служитель мус. Ну, мы поняли, что не путать с музой, да, и убивали любовь. Ну, может, так, что-то. Убивали любовь, я, наверное, точно, служитель мус, не уверен. Давай, Маха, я на следующий раз запишу служитель мус,
А «Убивали любовь» мы Михаила попросим, возможно, он их хорошо помнит. А сейчас песня «Рекомендация» для хороших отношений с любимой дамой. Называется «Ты лучше всех». Можете подпевать, друзья. Дамы тоже. Так, из солидарности, что раз вы лучше всех, почему? Мне немножко будет помогать оператор нашего эфира с бэк-вокалом. Даже не с бэк, с сольной партией. Где ты был? Где я был? Был ли я? Был, не был. Я, наверное, шел. Я, наверное, плыл. 100 узлов, 5 заборов и 10 прорев. Но зато я узнал то, что ты лучше всех. Ты лучше всех! Вместе! Поем вместе! Ты лучше всех! Ты лучше всех! Вот так и поем! Ты лучше всех! Где ты пил? Где я пил? Пил ли я? Я ли пил? Был не скромен, развязан. Я песни вопил и кому-то влепил. Веришь, нет? Смех и грех вот тем, кто был, не согласен, что ты лучше всех. А ты лучше всех! Напеваем? Ты лучше всех! А вот горит от Чапаевского. Ты лучше всех! Вот так! Ты лучше всех! Иван Коль для Натальи. Были женщины? Были? Наверное. Да? Ну а как я иначе узнал бы тогда? Где ботинки? Ботинки не помню. Дошел без помех. Ну а как я узнал бы, что ты лучше всех? А ты лучше всех! Ты лучше всех! Ты лучше всех! Ты лучше всех! Всех! Эмпирический опыт удачливым был. Я уменье большое свое применил. Выдаю результат. Это полный успех. В результате выходит, что ты лучше всех. Ты лучше всех. Ты лучше всех. Ты лучше всех. Итак, на все вопросы. Ты лучше всех. Где ботинки? Отвечаем. Ты лучше всех. Где зарплата? Отвечаем. Ты лучше всех. Где ты шлялся? Ты лучше всех. Где гитара? Ты лучше всех. Ты лучше всех. Я надеюсь, вы выучили эти, я бы сказал, святые слова, которые нужно повторять каждый день и по несколько раз. Запомните, запиши там. Ты лучше всех. Все. 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 И будь счастлива. А некоторые должны сами себе повторять. Я лучше всех. Хорошо? Да. Или заказывать там. Посмотреть в зеркало на себя и сказать. Я лучше всех. Да. Или включить нашу запись. В аудио-варианте или видео-варианте. И все. Да? Договорились. Итак, мы эту песню исполнили. Так, хорошо. Еще у нас заявки есть. Слушай, Лановой объявился? Или я торможу? Александр Лановой, напиши, пожалуйста, я здесь. Он заявку-то дал, но куда-то не видно его. Александр Лановой, ну еще рано до его песни, давай. Там песня какая у нас? Я тебя полюбил. Я тебя полюбил? Ну слушай, что-то мне кажется, надо бы полюбил после лучше всех, может быть... Что-нибудь такое, да? Да, что-то такое. Давай боевики какие-нибудь дурацкие. Да, это была моя заявка. Я могу вам объявить. Вот. Я очень просила. Ну, давай, раз такое дело, все твои заявки сейчас исполним. Елена захотела, чтобы я прочел стихотворение. Многие, зачем ты его опубликовал, Бухты-барахты в интернете? И многие спрашивают, зачем, для кого? Это образ собирательный, тот, кому я написал это стихотворение. 7 бед, 1 ответ. Правильно, Маха? Именно так. Вот. А мы еще Махи
пытались сегодня что-то... Убивали любовь, да, мы ему пообещали. Да. Браво. Я записала. Ермол, спасибо. Значит, называется стихотворение «Оставить жалобы на жизнь». Какой? Прямо сегодня. Ты лучше всех отставить жалобы на жизнь. Итак, еще раз. Это собирательный образ. Адресат этого стихотворения – образ собирательный. Итак, зачем ты смотришь так печально в давно ушедшие года? Они ушли. Это нормально. И не вернутся никогда. Но есть сегодня, слава Богу. Быть может, даже завтра есть. Так собирайся же в дорогу или сейчас. Будь счастлив здесь. Любовь умчалась, точно лето. Листва упала, не конец. Все, обернется как-то где-то. Меня ты понял? Молодец. Когда в лицо беды хохочешь, то вот тебе моя рука. Все будет так, как ты захочешь. Мы победим наверняка. А коль развел ты грязь и скуку, то это дело не по мне. Ты хрен мою получишь руку. Сиди-ка сам в своем говне. Лопата. А там еще в конце обе чего? Ноги ходят. Оба глаза видят. Обе ноги ходят. Ну это так, приписка. А мне нравится. Это так занятно. Что тебе еще? Вот. Итак, песня «Боевики». Песня «Боевики», да. Но, я думаю, актуальная песня. Ведь мы же победили печенегов и половцев. Да. Не только французов. Печенегов. Кстати, печенеги – это те, кто едят печеньки и негают. Это, да понимаете, а кто такие печенеги? Печенеги – это вот нежится, едя печеньки. Газдеповские статьи. Печеньки, печенеги. Итак, песня «Боевики». Тем, кто пропустил уроки истории и никто не читал Льва Толстого «Война и мир», вот вам краткое содержание. В 812 году он сказал: «Сейчас выйду и пойду». На Москву пошел, в обед не жди, вот, к вечеру, на куч бегути. Вечером в Парыже будет бал, фейерверки, танцы, карнавал. От Кремля вручу тебе ключи, ну, Жозефинчик, милый, не ворочи. Типа ты лучше всех. Армию на раз он победил, и к Москве с парадом подходил. Ждал Кучерин, стоя у реки. Но что за черт? Боевики! 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 Это вам не пушки, не штыки, а вилы в бок, дубины в лоб. А с нами правда, с нами Родина и Бог. Пусть погибли штатные полки, остались там женщины, детишки, старики. Боевики, боевики, французам это дело не с руки. Задумались французские полки, а что же бьют простые мужики? Денис Давыдов, командир полевой, холодно, зима, хоть волком бой. Кричит Наполеон: черт подери, тут не по правилам воюют дикари. Звучит приказ обшарить нужники и всех мочить, там все боевики. Боевики, боевики, это вам не пушки и штыки, а вилы в бок, глубины в лоб. А с нами правда, с нами Родина и Бог. И пусть погибли штатные полки, а
остались женщин там, детишки, старики. Маевики, маевики. Французам это дело не с руки. Для них позорно кончилась война. Был славный день, был бой Бородина. Кто к нам с мечом, тот сдохнет от меча. У нас рука и песни кричат. Намочены штаны, назад в пахыш. А нет, месье, отведай русский шиш. Россия, мать, урок вам, господа. Субъектом Франции не будь никогда. Рабом Германии не будет никогда. Ничьей колонией не буду никогда. Но песня не об этом, так ведь? Да? Да. Боевики, боевики, это вам не пушки, не штыки, а вьюр бок, штубин и бок. А с нами правда, с нами Родина и Бог. И пусть погибли штаты и полки, а с нами женщины, детишки, старики. О, боевики, боевики. Наполеон, это дело не с руки. Святослава Маклакова пишет: Михаил теперь пишет в стиле кантри. Игорь Конюк нам бомбочки шлет. Да, Махамбет пишет, что это в стиле Владимира Семеновича, по моему скромному мнению. И объявился у нас Александр Лановой в Фейсбуке. Лановой! Да, но он пишет, что Фейсбук портачит по-черному. Что же мы будем делать? Значит так. Ну, вот. Это Фейсбук такой сейчас. Это не я такой, это Фейсбук такой, так что слушай, Лановой. Идет и идет, хорошо. Значит, песню мы тебе споем по-любому. Кстати, кто еще в Фейсбуке смотрит, напишите, как там видно, слышно. Вот. Если совсем дело плохо, посмотрите это же в записи. Просто в записи, хорошо? Камера у нас стоит, мы все пишем. Звук будет явно чище. Вот, пересчитает специальная программа это все дело. И запустит вот все, что было. Даже, наверное, слушай, может быть... А, нет, нет, титров этих не будет. Титры будут там по-другому, да, устроены? Ну, на самом деле... Да, титры здесь, а... На самом деле, если я видео возьму из записи, так, посмотрим. Посмотрим. Вот. Так что... Вот Сергей Пинчук пишет, у нас Facebook окей, в Мариуполе все окей. Так, Лановой. Так что, возможно, что Александр у Ланового Лановой. Там Александра с интернетом не все в порядке. Интернет плохой. Валентина да. Гиндлер пишет, нормально все. Да? Да. Слава Егоров. Пишет, у нас все окей в Фейсбуке сегодня. Вот. Валентина нормально все пишет. Сергей Пинчук. Спасибо, спасибо. У нас все Фейсбук окей. В общем, хорошо. У кого не сложится посмотреть, или за кого захочет посмотреть в лучшем качестве. Александр Лановой, посмотрите в записи. Да. Ну, для вас песня исполняется, правильно? Честно говоря, да, Лановой. Песня называется «Эмбрион». Я ее черт ей сколько лет не исполнял. Вот, благодаря Александру Лановому. Вспомни, это как бы шуточная, но очень серьезная вещь. Я долго не давался, но она мне что-то очень долго говорила. Одежды порвала и все молила. Потом зацеловала да пьяна. Потом зацеловала да пьяна. Сбежала, не оставив телефон. 3 дня меня от горечи тошнило. Бледнею, вспоминая все, что было,
кажется, что это эмбрион. Мне кажется, что это эмбрион. Я долго буду плакать по ночам, и будет у меня живот огромный, и может статься, я сбегу из дома, но ни за что не побегу к врачам. Но ни за что не побегу к врачам. Он скажет: мама, лишь увидев свет. А я ему скажу, как дело было, что мама наша летчиком служила, что самолет упал, и мамы нет. Что мама наша летчиком служила, что самолет упал, и мамы нет. Я долго не давался, но она мне долго очень что-то говорила. Одежды порвала и все молила, потом зацеловала до пьяна, потом зацеловала до пьяна, потом зацеловала до пьяна. Такая печальная песня. Благодарим вас, Михаил. Благодарим вас, Александр Лановой. Вы хорошую песню заказали. Хорошую песню заказали, да. Глядишь, бы так в лету ушла бы эта песня. Даже не знаю, она записана. Ну, в любом случае, мы в песне в 21 еще ее должны будем исполнить. Ну, конечно. Теперь вспоминать-то не надо. Раз, два и... Да, хорошо. Вот, ну и теперь у нас какие заявки? Так, нормально все. Святослава Маклакова. Что нам пишет Джуниор по-русски? Мужику надо 1 000 000 баксов. Да, есть такое. Вот. А нам надо исполнить еще песню «Я тебя полюбил», которую заказывали Иван Чехлаевский и Инна Ильина. Угу. И обещали мы Махамбету «Убивали любовь». Хорошо. Такое. Тогда мы закончим «Но я тебя полюбил», потому что на самом деле это песня космическая такая песня. Вот. И «Побивай любовь» сейчас тогда исполни. Мы приглашаем вас на будущие концерты после коронавируса, когда мы эту песню исполним в более расширенном составе, возможно быть, с Яной и Марией. Убивали любовь, убивали четыре руки, били с разных сторон, состязали сноровки и силе. И кричала любовь: ну какие же вы дураки, но в ответ они за удар наносили. Только кончился дождь, догорела свеча, догорела свеча, и закончился дождь. Свеча заменяется. А жизнь, наша жизнь продолжается. Убивали любовь, и однажды любовь умерла. Ей бы их обмануть, притвориться убитой, и только. Но любовь как любовь, притворяться и лгать не могла. Да и поначалу не жаль ее было нисколько. Только кончился дождь, догорела свеча, и закончился дождь. Свеча заменяется.
наша жизнь продолжается. Убивали любовь на поминках его желваки, заходили на скулах, и взгляд ее слезы затмили. И тайком друг от друга все так же в четыре руки поливают по ноге цветы у нее в ноге. Только кончился дождь, догорела свеча, догорела свеча, и закончился дождь. Свеча загорается. Продолжается. Только кончился дождь, догорела свеча, и закончился. Только кончился дождь, только кончился дождь, только кончился дождь, только кончился дождь. Спасибо, Михаил. Мы очень рады, что вы выполнили заказ Махамбета Улетова. Махамбет пишет, что еще когда мы напьемся пьяные, а потом пишет, отменяю последний заказ, неуместно. Какой? Когда мы напьемся пьяные. Уже следующая идет? Да, финишировать пора. Да, или... это песня последняя, да? Крайняя, да. Сказать. Я тебя полюбил по заявке Ивана Чехлоевского и Инны Ильиной. Тогда так. Маха, а тогда мы, когда мы напьемся пьяные, в следующий раз я запишу. Если я просто так и не двину плечом, поднимусь над землей, не подумав про крылья. Гравитация будто бы мне нипочем. Ты с ума не сошла, но тебя полюбил я. Я тебя полюбил, я к тебе приронился, и теперь в облака точно рыба плыву. Столько раз этот сон только снился, а теперь наяву, все теперь наяву. Я тебя полюбил. Просто так, просто рядом идешь, или просто летишь над дорогою пыльной. Я готов мир простить, он безумно хорош. Я с ума не сошел, то тебя полюбил. Я тебя полюбил, я тебе природнился. И теперь в облаках точно рыба плыву. Столько раз этот сон только снился, а теперь наяву, все теперь наяву. Просто так, да не так-то просты, тянут руки мосты между сказкой и былью. Я тебя загадал,
в час, когда две звезды вдруг с орбиты сошли, то тебя полюбил. Я тебя полюбил, я тебе природился, и тебе в облаках. Спасибо! Точно рыба плыву. Столько раз этот сон только снился, а теперь наяву. Ой, спасибо! Все теперь наяву. Спасибо нашему Марина, спасибо. Спасибо. Звукорежиссеру, видеооператору и нашему всему Елене Пичу, правда? А мне интересно. Ура! До следующих встреч! С верным воскресеньем! Михаил! С днем космонавтики! Полетели! Я хочу тебя знать. Что? А вот мне интересно, Светлана. Спасибо, Соколова. Смотрела нас или нет? Да, Соколова досмотрела. Мы хотели песню-то для нее специально. Она здесь? Соколова здесь, нет? Вот я не видела ее, честно скажу. Вот Татьяна Шашкова спасибо пишет. Спасибо, Таня. Светочка Соколова, ты смотришь или нет? Ну, я думаю, что в следующий раз я споем эту песню. Ну, сейчас посмотрим. Вот сейчас немного подождем. Махамбета Улетов, спасибо. Да. Ну, друзья, мы видим, что вам концерт понравился. Давайте подумаем, следующий, когда мы можем сделать концерт? Не каждый день, да? Через неделю будем делать. Ну, можно и через пять. А какой или в среду, например. Мы по средам любим в эфир выходить. Да. Попробуем в среду. А сегодня какой день у нас? Сегодня воскресенье, 12-е, день космонавтики. А и еще сегодня день рождения. Кого? У одной прекрасной девушки. У Аллы Криштыч. Криштофовна. Алла Владимировна. Она, да. Мы с ними встречались в США. Они такие прекрасные. Ейный муж художник. Да. Ейёный мужик-то. Муз. Да, привет им. Если они вдруг сегодня не в эфире, передавайте им. Ну, если нет, то посмотрим. Вот. В записи. Так, Свету Соколову я не вижу что-то. Ну, может, у нее там на яхте где-нибудь не берет. Да. Интернет. Ну тогда, значит, действительно, может быть, в среду не слишком ли часто получится. Ну, давай похоже. Давайте мы сделаем объявление. Вы следите за нашей публикацией и обязательно делайте перепосты и обязательно пишите свои заявки. Спасибо всем, потому кто что когда в последний момент пишете заявку, Михаил не успевает повторить песню. Он же не все помнит. У него штук 200-300 песен. Да, а может и больше. В репертуаре, и он все с вашими напоминаниями, ему нужно больше, больше, больше. Поэтому напоминайте, да, я буду их, ну, как сказать, вспоминать, разучивать, да, доразучивать. Вот, и мне тоже спасибо. Спасибо огромное за перепосты. Очень важно, вы делаете перепост. Да, спасибо, Андрей, удачи, здоровья взаимно. Берегите себя, берегите планету. Планету берегите, в первую очередь. Помните, я вам посоветовал посмотреть фильм «Николя Вандье», а... Расправь крылья.
Да, и... посмотрите пока этот фильм, вам а в это время этот самый Игорь Фомин пригласил вас посмотреть документальный фильм «Дом». Это тоже очень важно. Тоже очень важно. Очень это важно. Игорь, да, пригласил? Да, Фомин, по-моему, да. Очень важно. Посмотрите этот фильм, это тоже очень хороший фильм. Нам всем нужно это все смотреть. Нам нужно немножко пересматривать наше поведение на планете. Ну, хорошо, друзья. Вот. Мы вас любим. Кроме вас у нас нет ничего. Некоторые песни я уже записала на будущий концерт, ваши заявки, которые вот Маха заказывал, служитель МУС, и Андрей Ермолов последний день заказывал. И когда мы напьемся пьяные, тоже Махамбет заказал. Вот, еще раз спасибо тем, кто перепостил огромное вот, анонсы. Да, наши. Если хотите помочь нашему проекту, ну, то там в предыдущем посте есть реквизиты, куда можно перечислить какую-то сумму, которую вам... сумму. Ну, чтобы выразить... Это свой... не обязательно. Не обязательно, пожелать. Но можно выразить свой восторг, и технически она поможет нам, потому что наши... уже двигаемся в лучшую сторону. Мы двигаемся в лучшую сторону, да, в техническую. Ну, совершенству нет предела, но для того, чтобы был лучше звук, лучше свет, еще кое-чего лучше, нам лучше подбрасывать какую-то денежку. Вот. Ваше вложение пойдет в искусство. Да? Это лучшее вложение. Ну, лучшее вложение. Да, что мы можем еще с земли сделать? Вот. Тем, кто перепостил, спасибо огромное. Можете сбрасывать со своей стены сейчас устаревшие анонсы, с тем, чтобы потом повесить новые анонсы. Нет чего там засорять стенку всяким мусором. Да, боремся с мусором. То есть старый анонс не годится. А сейчас можете выложить, не знаю, это видео, например. Ну, наверное, все. Тогда до свидания, друзья. Крепко вас обнимаю. До новых встреч. Некоторых сильно крепко, а некоторых просто нежно. Будем готовиться. Я и тебя полюбил. До новых встреч!